Ассаламу алейкум. Ну, алейкум салям. Можно, пожалуйста, меня... На вас смотрели? Да, как понравилось поездка? Да, альхамдулилля, да, все отлично, хорошо. А как отель? Отель вообще отличный. Отель, питание, вообще даже не ожидали, если честно, что так будет. Машалла. Да, машалла. А как работа руководителя? Тоже отлично. Ну, то есть постоянно тоже практически с нами было в отеле. То есть вообще здорово, короче, нам всем понравилось. Ага. А вообще в дальнейшем как, ну, будете рекомендовать компанию Тюльпан Тревел? Ну, вообще, да, мне тоже самому рекомендовали, поэтому, скорее всего, я тоже буду рекомендовать дальше. А как вообще в целом сервис, обслуживание? Вообще все здорово, мы довольны как бы и той едой, и обслуживанием, и отели, которые нам предоставлялись, то есть, ну, вообще все, претензий вообще никаких нет, все отлично вообще. Классно, если честно, на высоком уровне все было. Альхамдулилля. Джазакум Аллахайм, Баракулафика, пусть Аллах примет ваши дуа. Аминь. Ваши Аминь. Аминь. Вайяк, Вафика Баракалла. Все, в принципе, можно. Малейкум салям. Как дорога? Альхамдулилля. Как, понравилось там? Да, альхамдулилля. Ага. Что скажете в целом о поездке? Ну, очень понравилось. Угу. Как бы еще раз бы посетил бы. Машалла. Первый раз? Нет. Уже был. Бывали, да? Да. Что скажете о сервисе, о обслуживании? Альхамдулилля. Понравилось вам? Понравилось. На каком уровне, так скажем? Ну, насчет уровня. Куда нас отправили на экскурсию, в другой отель. Я бы, конечно, пожелал бы в этом отеле пожить. Да? Да. А как работа руководителя? Альхамдулилля. Ну, руководитель, мы уже как бы не первый раз были. Ага. Мы уже... В группе не примыкались, уже сами ходили. Uh-huh. То есть мы не нуждались сами руководителям. Отель понравился? Ну да, альхамдулилля. Ага. Все, понял, джазакум аллахайм, баракаллаху фикум. Пусть Аллах примет ваши дуа. Амин. Ваши ибадат. Амин. Амин. Баракаллаху фикум. Баракаллаху. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Алейкум ассаляму рахматуллахи ва баракату. Как дела? Альхамдулилля. Как вам поездка понравилась? Прекрасно. Великолепно. Да. Первый раз были? Я в первый, он во второй. Отели в целом, как обслуживание вам? Альхамдулилля, все отлично. Отлично. Все понравилось. Ага. Примерно на каком уровне, так скажем? А, четверка, твердая четверка. Твердая четверка? Да. Машаллах. А это работа руководителя? Как? Отлично, альхамдулилля. Но четверка, это вот, ну если вообще с другими отелями сравнивать, то есть я понимаю то, что... Условия в Медине, в Мекке уж не такие шикарные, тем более близко к мечети жили, альхамдулилля. Если с этим сравнивать, то все было шикарно. Да. В целом, в дальнейшем вы бы рекомендовали наш компанию? Конечно. Да, мне очень понравилось. Организованно очень. Сервис, обслуживание, в целом все. Никаких проблем не было, все понравилось. Ладно, баракаллаху фикум, пусть Аллах примет ваши дуа, ваши ибадат. Аминь. Баракаллаху фикум. Язык. Ассаляму алейкум. Валейкум ассалям. Расскажи, брат, как понравилась поездка? Да, машаллах, очень понравилось. Был впечатлен. То есть вашей организацией. Вообще, как бы и питание, и автобусы ходили периодически. Вообще очень удивительно. То есть я уже не первый раз, как бы до этого автобус так не ходили с другими операторами. Вот это очень понравилось. То есть каждые практически 5 минут. Питание, вообще как бы гостиница тоже на уровне, альхамдулилля, машалла. Уже второй раз получается или какой раз? Нет, это уже четвертый раз. Уже четвертый раз, да. Машалла. А в целом работа руководителя как понравилась? На каком уровне? Ну, впрочем, как бы замечаний не было, поэтому как бы не могу. То есть, если замечаний не было, значит руководитель хорошо работал, получается так. А в целом, получается, отели, вообще в целом сервис, обслуживание на каком уровне? Просто как бы до этого я ездил, уровень был, конечно, ниже. Ага. Вот. А в этот раз мне как бы очень понравилось, то есть замечаний нет, альхамдулилля. Вот. То есть это, скажем так, не мешало мне для поклонения, то есть самая главная задача моя была выполнена, там, то есть иншалла. Надеюсь, то, что вас по Анталия принял, наше поклонение. Ну, то есть это не мешало вам ничего. А этот, в дальнейшем советовали бы компании Тюльпан Тревел? Да, конечно, можно было. Советовал бы. Дизакумахан, да, пусть братья ездят, поклоняются.
вы в этом будете помогать. Да, Изак Аллахай. Пусть Аллах примет ваше ибадет, дуа, пусть все будет ничего. Амин, амин. Желательно не на камеру смотреть, а на меня. А, на тебя, да? Да, и с улыбкой желательно говорить. Какой ты потом напиши 2 часа ночи, какая улыбка может быть, все уже устали. Саляму алейкум. Алейкум салям. Как поездка? Сама можете кратце описать, как вам съездили, как понравилось? Ну, в общем, что хочу сказать. Я уже в паломничестве 4-й раз езжу. 2 раза в хаджи был, да, вот сейчас в Умру 2-й раз, 2-й год подряд. С Тюльпан Тревелом 1-й раз выехали. Ну, что хотел отметить, что таких отелей не было пока ни у кого. То есть приятно отметить, что ну, сервис, в общем, растет. Качество отеля улучшается, качество номеров улучшается. Вот в этом году я, на самом деле, первый раз вот был в таком уровне отелей хороших, на самом деле, на хорошем уровне, с нормальным сервисом. Вот. В принципе, организованы были прогулки, мы выезжали на туристические поездки. Так время хорошо провели, время быстро пролетело. Все так, в целом, все понравилось. Как работа руководителя? Ну, отлично. Ну, с самого начала, в принципе, все сопровождение было, информация в чате, в WhatsApp, все как бы пошагово, что нужно, как нужно. Также руководитель с нами перед выездом, да, тоже на связь вышел, все. Ну, на каждом этапе, в принципе, информацию необходимую мы получали, все без проблем было бы сходить. В дальнейшем, иншаллах, как вы рекомендовали бы компанию Тюльпан Тревел? Да, почему нет? Ребята хорошо работают, стараются. Какие-то проблемы даже вот возникали у нас в отеле с питанием. Сами руководство подключается непосредственно там. Ну, как бы сами были свидетелями того, что руководитель сам непосредственно там включается с местными там. На все какие-то пожелания, замечания реагирует очень быстро, хорошо. Проблем нету, да? Мы сами вот каждый год почти ездим. С Тюльпан Тревелом первый раз выехали туда. Джазакум Ахан, баракалафикум. Пусть Аллах примет ваши дуа, ваши ибады. Джазакум Ахан. Поехали. Так. Куда смотрят? Ну, на меня желательно. Так. Ассаляму алейкум. Алейкум ассалям. Пару слов, брат, можешь рассказать? Как тебе понравилось там? Как поездка? Поездка сложилась довольно-таки, значит, успешно. Хорошие, продуктивные. Длительные выходные провели с нашими земляками на малое паломничество. Ездили туроператором Тюльпан Тревел. Все, в принципе, нормально. Были какие-то моменты, оперативно решались. Ну, самое главное, ездили поклоняться с таким намерением. Как вам работа нашего руководителя? Я говорю, были моменты какие-то, сложности, но они оперативно решались. Это радует, что как бы, люди к своему делу подходят профессионально, отзывчиво и внимательно относятся к нуждам и заботам паломников. А в принципе отели, обслуживание? Ну, отели неплохие. Обслуживание тоже хорошее, но как бы я начал с того, что самое главное намерение у нас было поклоняться, поехали на малое паломничество. Некоторые моменты просто не замечали. А что замечали, тут же нам поправляли, исправляли. Альхамдулилля, все хорошо. Какой раз уже? На Умру второй. Второй раз, да? Ага. До этого с какой компанией? С Умматур. Умматур. Да-да. Джазакумахан Паракулафикат. А в дальнейшем бы советовали компанию Тюльпан Тревел? Ну да. Да, хорошие, отзывчивые, молодые ребята. Братья уж, все. То, что нужно. Альхамдулилля. Джазакумахан Паракулафикат. Пусть Аллах Всевышний примет все ваши дуа. Ибадат. Аминь. Баракаллаху.